Понимаешь? Не до конца. Да. Лёх, ну ты был на концерте, ты подавай. А чего подавать? Мачете? Группа Мачете, либо сольный проект бывшего солиста группы Токио Ярослава Малого у нас в студии. А я действительно был недавно на концерте, поэтому у меня есть прям ряд личных вопросов к Ярославу. Я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом. Вы их зря не пошли. Ты можешь остаться. Честный вопрос. Знаешь, сколько просмотров на YouTube? Сколько просмотров? 2 525 251 просмотр. А никак не монетизируется, да, это? Хотя бы по рублю, если бы нет? Ну, какая-то там есть система, на самом деле, монетизации. Ну, собственно, сейчас все и узнаем. Здравствуй, Ярослав. Привет. Привет. Здравствуй. Какая красивая сюда была. Да, красивая очень. Был действительно на недавнем концерте в 16 тоннах, и у меня просто сразу первый вопрос. Недооценили собственную популярность или каким-то образом, не знаю. Потому что был, я первый раз 16 тонн за все время каких-то моих историй походов в него видел настолько забитым, что там люди там даже на лестнице частично стояли. Не, ну, обычная история, когда начинается что-то новое, начинается в Москве 16 тонн, мне кажется, что это правильно. Мы когда-то начинали с Токио так же, и я решил это сделать с Мачете. А, то есть, ну, просто сам факт, 16 тонн, как хорош, как, не знаю, предвестник. Ну, 16 тонн, просто у нас хорошие отношения с ребятами, и мы хотели посмотреть на аудиторию нашу здесь, в Москве, потому что до этого момента у нас было несколько концертов в Тысячниках, и в Киеве, и в Питере мы только повернулись, и поэтому для нас было интересно, что будет в Москве. Ну, в общем, нужно было, да, делать побольше. Ну, надо было вот 100%. Единственное, чего хотелось, это вот первое соображение. Два ребра сломали в давке. Да ладно? Это только ему сломаешь два ребра. Это только на входе. Причем девушка. Он же в ответ тоже ломал. А второе Второй вопрос. Нежность, но как-то без видео она работает, наверное, не так сильно, я думаю, ну, сами. Ну, нежность — это просто чувство, это песня. Ну, и, да, конечно, но... когда ты смотришь на видео, это полная картинка. В принципе, Мачете так и задумался, что это должен был быть такой видеомузыкальный проект. И там должно было быть несколько историй, грубо говоря, там 10 или 11, сколько треков будет. И мы хотели играть музыку и показывать фильмы, связанные между собой такой невидимой цепочкой. Но в итоге мы попробовали там 3-4 ролика показать, как это выглядит, и для себя мы хотели посмотреть, как это выглядит, и поняли, что это немножко не совсем верный шаг, потому что люди отвлекаются, не понимают, на что смотреть, на кино или на нас, или музыку слушать. На девушку. На девушку. Равшана надо было приглашать. Ну, даже вообще звезда. А по сценарию клип снят или так вот интуитивно? Нет, не было никакого сценария. Я позвонил Равшане, у меня просто была идея сделать ролик, у которого бы не было никакого сценария, в котором было бы просто жизнь и все. Жизнь двух людей, которые любят друг друга. А почему Равшане? Ну, я долго смотрел, кому еще это можно сделать этот звонок, и понял, что нужна она. Не знаю, почему, просто почувствовал. А какие варианты были? Очень много. Я даже не хочу вспоминать, чтобы обижать кого-то. Блин, ну нам поблизился. Хотя Равшана самая красивая, конечно, да. А сколько отсняли материала? Ну, то есть в итоге. Мы поехали втроем, я, Равшан и Шмель, оператор, и мы снимали где-то по времени. Ну, очень сложно, может, часа 4, может, 5, я не знаю, как-то так. Ну, то есть так, достаточно быстро это по факту получилось. Да, мы взяли фотоаппарат, без всяких камер, у нас не было никого. Единственное, к нам Равшана очень переживала, чтобы она выглядела в кадре хорошо. И мы попросили, поскольку съемки были на Украине, в Феодосе, мы попросили, так, чтобы из Киева приехал гример и помог ей чувствовать себя более уверенно, но... То есть жизнь жизнью, а мейкап Равшана... Ну, судя по 2 миллионам просмотров, она удалась. Ну, кстати, это вот первая ссылка, говорят, что больше. Есть какая-то вот такая, первоисточник. Нет, ну... Ты имеешь в виду 2 миллиона, что просмотров на YouTube? Да. Имеешь? Ну да, да. А ты следишь за этим? На YouTube мы поставили гораздо позже. Сначала мы выложили на Vimeo, и там где-то, по-моему, около 15 или 16 миллионов. Я сейчас не знаю точно. Ничего себе. Ну ты следишь за этим, то есть тебе важно. А когда это все начиналось, это было очень интересно, потому что, знаешь, когда ты делаешь ролик какой-то, новый проект, и никто его не знает, нет никакой истории, ты просто выкладываешь его в интернет. И сначала это интересно, конечно. И... Там были дни, когда было 680 тысяч просмотров, мы очень сильно радовались в день, представляешь? Это, а как это? Это вот, утром заходил, днем заходил, вечером заходил или просто раз в день? Нет, мы перезванивались, Шмель там смотрел, мне говорил там, все там, у нас миллион. Равшан написал, блин, круто, офигенно. Я тоже смотрел, да, ну кто-то там из ребят говорил. Ну вы просто выстрелили из ниоткуда, Мачете сразу стал популярен на всю страну. Ну вот именно Мачете. Когда ты сейчас говоришь, что мы начинаем, и интересно посмотреть на нашу аудиторию, поэтому мы взяли 16 тонн, вы вообще в курсе?
знаете, что происходит вокруг вас? Ты понимаешь, в чем дело? Ведь «Мачете», по сути, это очень большой широкий проект. Те два трека, которые были на тот момент в интернете, «Нежность» и «Не расставайтесь с любимыми». И они, в принципе, по сути, полный объем того, что вкладывается в «Мачете», они не отображают. Поэтому для нас интересно было вообще посмотреть на людей, которые приходят. Представляешь, там в Киеве пришло там несколько тысяч народу. Ну, и я все знают только две песни. И это супер-трип, когда и ты для себя как бы ныряешь в эту атмосферу музыкальную и не знаешь, как тебе ответят. И они тоже идут на это, знаешь, и это большое чудо для нас, потому что, ну, ты же был на концерте, ты видел, как реагируют, и песни разные достаточно. Вы, нет, для меня это, говорю, вот еще одно приятное открытие, которое было связано с концертом, ну, потому что действительно все пошли там на «Нежность» и «Не расставайтесь с любимыми», и меня потащила тоже девушка, само собой, как бы, хотя клип действительно и мне нравился, и я был очень приятно поражен и открыл скорее, то есть не эти две песни, а там огромное количество еще, то есть там «Пацаны», Поэтому прямо... просто это был трип для нас, и для аудитории тоже был трип такой музыкальный. И я думаю, что мы получили удовольствие, кайфанули, и ребята тоже, которые приходят на наши концерты. И поэтому в этом смысле это такой фановый очень проект. Нам, конечно, интересно следить за тем, что происходит с ним вокруг. Откроешь него. Что-нибудь еще из «Мачете» сейчас? Да, в живом исполнении. Да, я сливаю из «Мачете», да. К музыке, я думаю. Я хотел, конечно, в заключение эту песню включить, но ладно. Нет, ты можешь сейчас пока не в заключение, например, с «Нежность» сыграть. Я думаю, зрители с ума сойдут. «Нежность» нужно пианино, а мне сказали, что у вас нет такой возможности. Нет, поэтому пианино. Я притащил с собой гитару, спеть вам песню, которая называется «Пока все так». Но, может быть, и правильнее, мы сейчас сразу запустим как бы чуть-чуть другую атмосферу проекта «Мачете». Давай, давай. И попытаемся посмотреть на него чуть пошире все вместе. Ты на телевидении первый раз играешь ее? «Пока все так»? Да. Или на этой гитаре? Или вообще ты разжили, ты играешь? На этом кресле, в этом здании, на этой улице. В этом городе, в этой квартире. Супер-премьера, друзья, в программе «Профилактика». Ярослав впервые исполняет эту песню в этом кресле. Ладно, «Пока все так». Куда-то голос мой пропал. Вот он. Вот он, пожалуйста. Пока все так, и каждый дурак рвет себя на флаг, что в жизни все не так, и каждый третий врет и ждет, что повезет, но счастье так и не светит. Смотри немножечко за и верь своим глазам, не слушай никого, старайся все делать сам. Спасибо небесам, они всегда ответят. Сердце должно быть смелым, дружба должна быть крепкой, чувство должно быть сильным, песня должна быть спета, мысли пусть будут чистые, действовать нужно быстро, верить не надо слепо, время покажет, с кем ты. И если ты здесь, и если сила есть, попробуй найти, где справедливость. Не бойся ударить за свою любовь, а просто слова не значат ничего. Не вычеркнуть суть, не избежать углов, пока где-нибудь между добром и злом ты сможешь понять, на чьей ты стороне. Ведь в жизни все так, как на войне. Сердце должно быть смелым, дружба должна быть крепкой, чувство должно быть сильным, песня должна быть спета, мысли пусть будут чисты, действовать нужно быстро, верить не надо слепо, время покажет, с кем ты. Сейчас. Друзья, мы сейчас должны вспомнить еще один куплет. Там просто гитара два раза расстраивалась, это, конечно же, обламывало. Да. Может, сразу настроим, перепоем лучше? Не можем. Видишь? Перепеть. Вот у нас прям... тут как раз все в эфир. Все в эфир, да? Конечно, да. Все. Тогда третий куплет у нас, да? Да, третий куплет. Итак, мы продолжаем. Сейчас, подожди, не торопи. Сколько у нас времени, чтобы вспомнить? Ну, посиди, устраивайся. Устраивайтесь поудобнее. Держи извилистый путь, когда сжимает грудь. И тяжело дышать, но все равно решать. Пытаться кем-то быть или остаться собою.
Прикрой своей спиной того, кто за тобой идет как родной под звук твоих шагов. И не прощай врагов, они того не стоят. Сердце должно быть смелым, дружба должна быть крепкой, чувство должно быть сильным, песня должна быть спета, мысли пусть будут чистые, действовать нужно быстро, верить не надо слепо, время покажет, с кем ты. La-na-na, la-na-na-na-na-na-na-na, 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 la-na-na-na-na. Сердце должно быть смелым. Вот. Отлично. Супер. Слушай, смотри, еще продукт плейсмент, там реклама получилась в центре песни. Надо брать вооружение. Круто, делитесь. Первая песня с продукт плейсментом, мы говорили. Вопрос. А, во-первых, посетил страницу ВКонтакте. И есть ряд вопросов, на которые у твоих поклонников, почитателей, на которые с декабря нет ответов. Прям в блиц решили. Вопрос немного банальный, пишет нам Данила из Южно-Сахалинска. Не нам, а вам, тебе. Но все же, когда планируется выпустить первый диск группы? Напоминаю, Мачете, что в декабре, да, вопрос был задан. А, Мачете мы выпускаем в мае. Я думаю, что числа, может быть, в начале месяца. Я думаю, что идеальный вариант 9 мая, если получится. Так это вот-вот-вот-вот уже. Да, название да. Будешь говорить людям сейчас или в тайне держать? Родина мира. Родина мира. Да. Мачете в мае. Смотрите. А, нет, не смотрите, слушайте. Слушайте и смотрите. Кто пишет для вас тексты в составе Мачете? Спасибо, Анна Лоза. Я сам пишу и музыку, и тексты. И клипы сам снимаешь. И клипы снимаю сам. И сам снимаюсь. Да, полностью твой проект. Самый удивительный вопрос. Диана Аберкорн пишет, где можно найти ноты Мачете «Нежность» для фортепиано? Я думаю, в книжном магазине надо требовать. Смотрите в книжных магазинах, друзья, ноты для Мачете «Нежность». И привет, Ярослав, у меня только один вопрос. Ты очень творческий человек, у тебя голос такой же самый, как и у меня. Такой же самый? У тебя голос творческого человека. Да. У тебя какой цвет глаз? Артем Гросс интересуется. Артемка, скорее даже. Я Артём. Думаю, что карий. Темно-карий, да. Артем. Все. Странный вопрос. Ну, вот из вашей группы ВКонтакте, ничего себе. Слушай, я зашел на сайт, он Мачете Рекордс называется, и увидел странную закономерность. Сейчас имя Владимира Слуцкера очень популярно в интернетах в связи с другим, с уголовным делом Козлова и все такое. А я смотрю и читаю, там написано, что ты ему благодарен, и он твой учитель. Какая да, я занимаюсь Таро, изучаю Таро, и этот человек помог мне во многих вопросах, которые у меня возникали, разобраться, и я ему очень сильно благодарен, независимо от того, что там вокруг происходит. Нет, вообще, я просто, чтобы народ вспомнил, кто это. И, кстати, то, что происходит, я тоже очень рад тому, что происходит, потому что те люди, которые ведутся некрасиво в отношении моих друзей и близких, они получают по заслугам. Мне кажется, что это очень хорошо. Потому что я этих людей знаю и знаю, что они порядочные, хорошие ребята. Из первоисточника практически информация, друзья. Можно еще? Вот, во-первых, про Токио вопрос. Оно живет, существует этот проект? Да, конечно. Сейчас как раз я опоздал на съемки как раз из-за того, что мы записывали новый трек «Токио». И «Токио» выйдет, новый альбом «Токио» выйдет в сентябре. Очень прикольный мы, именно русскоязычный альбом, мы уходим в очень интересное такое электронное направление, я даже не могу назвать его, микс какой-то очень прикольный получается. Мне сложно сказать сейчас. Да, сложно сказать. Или вы еще не придумали название этому формату? Ну, ты знаешь, в любом случае, сейчас же нет смысла говорить о чем-то, что вот это называется так, а это называется так. Но пока не послушаешь, все равно представление. Потому что все равно такая мозаика музыкальная, и ты ее просто собираешь и вносишь туда что-то свое, и получается какой-то новый стиль. В общем, мне очень нравится то, что сейчас происходит с Токио, и новый альбом, я думаю, будет очень красивый, лирический и мощный. А что касается еще второй истории с Токио, то сейчас мы записываем англоязычную версию, ну, то есть, неправильно буду сказать, версию, это абсолютно другой альбом, английский альбом, и там совсем другая музыка, не та, которая будет в русскоязычном Токио. И
Мы уже будем выпускаться, у нас есть пару предложений интересных на европейских лейблах, и сейчас мы ведем переговоры с америкосами. В общем, я думаю, что где-то с ноября-декабря, ну, вот конца этого года, следующего, ну, вот этого года, как раз сейчас идет, я думаю, что мы уже запустим там. А вы в Америку поедете с именем, под названием Токио, потому что там есть Токио Хотел? Да, но оно не там есть, но в Германии есть. Ну, там Германия, есть, но все равно Токио. На весь мир. Да, а где вот, кстати, проходит водораздел, не знаю, вот это вот у нас явно, это вот к Токио относится, а вот это уже к мачете. Или ты специально пишешь под мачете? Ты понимаешь, просто очень много музыки, поэтому говорить о том, что какой-то раздел происходит, было бы неправильно. Просто я думаю, что по... Наверное, для меня очень важно, чтобы альбом был как... как одна мысль, как идея, которую вот ты книгу читаешь и понимаешь, что вот он начинается отсюда, заканчивается здесь. Там есть много всего, но как другие, бы, да, все правильно. Выстроено, все логично. И мне кажется, что в последнее время я начал вот именно так различать по проектам, куда я хочу, в какую сторону нырнуть, потому что мы поем о любви в всех наших песнях, и просто у любви очень много оттенков, и та часть, которая вот сейчас называется «Мачете», она, с одной стороны, там, лиричная, как бы начало, да, с другой стороны, совсем другое. То есть вы сейчас слышали, и ты слышал на концертах, и многие люди уже слышали на концертах. А то, что касается Токио, там будет только любовь вообще, без ничего. Просто любовь к человеку, которого я люблю, и все. А из Токио нечего показать прям вот какую-то такую затравку для слушателей? Вот если бы я знал, что вы можете включить, хотя бы послушать, то я бы, конечно, притащил с собой этот трек, потому что он офигенный. А так показать, я думаю, под гитару, я думаю, что просто это будет не совсем правильно, потому что там музыка сама по себе на другая немножко. Ну, картина не будет полная. Ну, что не согласись сыграть? Хотя бы «Мачете», «Токио» или «Мишку», там тоже еще проект «Мишка», да? Да, «Мишка» — это еще один проект, тоже еще один проект, который мы запускаем в Европе, и мы его будем запускать с несколькими ребятами параллельно. Сейчас мы как раз по Сибири, это четвертая группа, которая я сейчас пришел трек. Сибирь — это дальше, Который они делали с Телепоп Мьюзик сейчас, и пришел этот трек, очень прикольный, мощный. И «Мишка» тоже будет проект очень интересный, он будет мультипликационный, то есть он уже есть, по сути, и мы сейчас просто его запускаем, не хватает на все время. Ну, просто коротко, чтобы люди поняли, вот проект «Мишка», в концепт его в два слова или в одно предложение. Еще одно концепт. Отражение любви. Просто есть маленький «Мишка», можно зайти на www.tokyo.ru и попадете сразу на «Мачете Рекордс» и увидите «Мишку». Я думаю, что это идеальный вариант, потому что существует некий «Мишка», который в этой жизни ищет возможности, любые возможности, быть счастливым. И радовать себя, и радовать тех, кто вокруг него находится. Как-то и ему это удается. Позитив, да. Просто вообще все проекты. Я сегодня смотрел «Мишку», это круто, на самом деле. Не, ну на самом деле, просто мне кажется, что так много всего, лафы какой-то вообще, и какой-то непонятной шняги, я прошу за выражение, просто по-другому это не назовешь. Сейчас сидишь по радио, слушаешь, какой-то бред вообще вокруг происходит. Просто хочется реально, но под другим углом на жизнь посмотреть. Она же есть, и эта жизнь, она прекрасная. И просто там не надо из себя никого корчить. Просто глянуть с другой стороны и как бы кайфануть. Мне кажется, вот на этом прям заканчиваем. Да, Ярослав Малый, группа «Мачете». Оставляем свое право пригласить еще ближе к выходу альбома. Спасибо. И клип «Пацаны», я думаю, чтобы как-то вот музыкальный недостаток заполнить, мы тоже продемонстрируем кусочек. Спасибо, было очень приятно. Спасибо большое, Ярослав. Ну что, все? Да. Пацаны, чё, как дела? Замотался, пурга замела. Кто пишет законы, вообще непонятно. Ну чё мне, в животик маме обратно? Мама, роди меня заново, от Хазана, а не от вора квартирного. Алло, да, я у спортивного. Ну чё ты подтянешься? Я тоже соскучился. Какие проблемы? Кто замучился? Ну чё ты на ровном месте, а? Стая летит перелетная, мысли мои не дают мне покоя. Кто я? Ла-да-да. Стая летит перелетная, мысли мои не дают мне покоя. Кто я? Ну все, я поехал, куда непонятно. К родителям точно им будет приятно. Потяня здорово, прикинь, что творится. Я еду в машине, а там говорится, Бог есть. Конечно, есть. Скорее всего, что нас тут нету. Новое
Я каждый день в ожидании нового. Дорога. Я что-то задумался. Прикинь, а че, если б так было? Слушай. Imagine all of people. Опа! Какое прозрение! Сдвинулись сразу бы все точки зрения. Люди, как птицы, сестры и братья. С неба приходят другие понятия. И в результате я еду на красный. Стая летит перелетная, мысли мои не дают мне покоя. Кто я? Ла-ла-ла-ла. Стая летит перелетная, мысли мои не дают мне покоя. Кто я?